В Омске возбудили уголовное дело по факту загрязнения воздуха. Напомню, мечи массово жаловались на едкий запах. Как выяснилось, причина в выбросе химического вещества – этилмеркаптана. Норма была превышена в 400 раз. Именно из-за этого многие горожане почувствовали себя плохо. Вещество вызывает головные боли, тошноту, поражает внутренние органы. Известно, что источник выброса находился в Советском районе. В числе подозреваемых 12 промышленных предприятий. Сейчас там идут проверки. Уже 7 предприятий следователи посетили, изъяли соответствующую документацию, которая регламентирует технологические процессы, фиксирует этот процесс для того, чтобы установить возможные причины выброса в атмосферный воздух вредного вещества, которое действительно может быть опасным для здоровья человека. По информации Федерального Росприроднадзора, в числе возможных виновников Омский нефтеперерабатывающий завод и завод «Полеом». Также проверка прошла в компании «Омск-Кровля». И вот как на этих предприятиях комментируют ситуацию. Данного вещества в наших выбросах не существует. У нас нет абсолютно. У нас вообще производство практически стоит в данный момент на зимний период. Правоохранительными и надзорными органами был проведен контроль, посмотрели текущую документацию на эти дни, но ничего выявлено не было. Это вещество у нас в процессе не используется, его даже нету в технологическом регламенте.